Здравствуйте, коллеги. Retail Tech на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, какую компанию представляете? Здравствуйте. Я представляю Газпромбанк, направление технологий и занимаюсь организацией процесса внедрения инноваций в банке. Очень интересно. Расскажите, какая ваша новая повестка? Сейчас мы говорим о том, что все компании, крупные корпорации, большой бизнес должен быть устойчивым, а также проводить экологичное потребление для своих клиентов. Соответственно, мы как банк посмотрели на вопрос того, как мы можем помочь нашим клиентам потреблять более правильно, эффективно и не влияя негативно на окружающую среду. И мы вспомнили, что мы как банк выпускаем пластиковые карточки и распространяем их по всему миру вместе с нашими клиентами. И, соответственно, никогда не задумывались о том, а куда же девается потом этот пластик. И вот сейчас мы говорим о том, что наши клиенты могут принести все эти пластиковые карточки в банк, и мы обеспечим переработку этого пластика в новые вещи. То есть мы поддерживаем принцип recycle economy, когда если что-то мы не можем переработать правильно и утилизировать, мы должны это переиспользовать и произвести какие-то новые полезные вещи. Например, карточки можно переработать, измельчить в гранулы и сделать потом из них, например, детские площадки или поручни для ручек. И очень много разных полезных элементов для города, для городской среды, то есть второй раз использовать эффективно те вещи, которые нам уже, казалось бы, никогда не пригодятся. Скажите, в отделениях банка будут какие-то пункты приема, и можно ли будет приносить не только ваши карты, а может быть карты еще какие-нибудь другие? На самом деле да, потому что я заметила, что не все компании пока что думают о том, как бы как помочь своим клиентам, но очень многие компании, когда видят этот кейс, приходят и говорят, а можно мы нашим клиентам проведем коммуникацию, что они могут прийти к вам и сдать эти карточки. На самом деле тема экологии всех очень драйвит, то есть у всех видно, как зажигаются глаза, все люди думают, что так радостно, что хоть кто-то наконец-то обратил на этот вопрос внимание. Он очень важный, потому что если мы не будем следить за тем, как мы потребляем, то потреблять будет больше нечего. А самое главное, негде. И нам нужно всем задуматься о будущем нашей планеты. Вот недавно, позавчера, был День Земли. Этот день посвящен тому, чтобы мы обратили внимание на том, в каком состоянии находится наша экосистема, природа. Соответственно, мы призываем все компании к нам присоединяться. Можно приносить карточки не только нашего банка, но мы собираем карточки других банков, карточки ритейлеров. С ними гораздо проще, на самом деле, обстоит история, потому что там нет чипов, и их можно переработать чуть проще. Но у нас есть партнеры, которые помогают нам правильно распорядиться всеми видами карт, всеми видами пластика. Те люди, которые занимаются этим вопросом гораздо дольше, гораздо умнее к нему подходят. Мы как банк не обязаны, конечно же, разбираться в вопросах переработки пластика, поэтому нашли тех, кто точно со всем усердием и правдивостью будет подходить к данному вопросу, не будет делать показательных кейсов, а действительно поможет нам разобраться с пластиком до конца и, скажем так, не засорять больше нашу планету. Спасибо. Замечательно. Я надеюсь, что все, кто услышит наше интервью, поймут, что повестка очень популярна и в тренде. И надеюсь, что все крупные игроки всех рынков пойдут по этому пути. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Я всех призываю к нам присоединяться. Повестка действительно глобальная и всеобщая. Спасибо.